К другим новостям. В 4 муниципальных районах Подмосковья обустроят порядка 1500 объектов инфраструктуры для маломобильных граждан. Министерство социального развития Московской области приняло такое решение после анализа потребностей незрячих и тех, кто передвигается на инвалидных колясках. В Министерстве социального развития Московской области запустили программу адаптации объектов инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Специалисты изучили основные маршруты передвижения инвалидов, обследовали подъезды, пешеходные переходы, остановки и тротуары. По результатам работы принято решение обустроить порядка 200 дворов, 400 объектов дорожной инфраструктуры, 100 социальных объектов и 600 подъездов. Проект протестируют на территориях Люберец, Одинцова, Раменского и Сергиева Посада. Луиза Егазарян, Анастасия Левшина, телеканал ЛРТ. Меня зовут Александра Томей. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.